Здравствуйте, компания «Прогресс Авто». Приветствуем вас на очередном нашем обзоре. Кубота Сатурн X20 сегодня у нас будет осматриваться, скажем так. Такой целенький, очень хорошо сохранившийся трактор с небольшой наработкой, полноприводный, естественно, по шинам. Думаю, хорошо видно. Остатки просто огромные здесь, у нас никаких вопросов, растрескиваний. Ничего абсолютно нет. Соответственно, шины просто как новые. Дополнительная опция — это полукабинка, соответственно, крыша, лобовое стекло. Естественно, можно это все завесить, то есть японцы у нас вот сюда везде ставят, показываю по креплениям, скажем так, там зацепы. Сюда они все вешают шторочку, вот на эти зацепы. Сверху также они есть. И, соответственно, спокойненько закрываются в этой полукабинке и ездят. Из интересного, она полностью целая, естественно, она оригинальная, кубботовская, на оригинальные крепления. Что еще есть? Трехточечное навесное устройство с гидрорегулировкой горизонтального наклона, быстросъем на фрезе. Фреза у нас здесь 1,40 м с упорными колесиками. Посмотрите на состояние фрезы. Вообще как новая, то есть здесь и ножи фактически новые, и даже вал еще фрезы не стерся по краске, то есть работала она очень и очень мало. NR1400 фреза видим. По правой стороне также полностью целая полукабинка, также состояние шин максимально хорошее, никаких вопросов. Ну, естественно, по косметике все целое, все прям сохранилось, как и должно быть в идеале. Естественно, родное сиденье также целая, нерваная, никаких вопросов нет. А вот, собственно, и причина. 386 моточасов наработки, отсюда и сохран трактора. Запуск. Думаю, все заметили, работает легко, четко, без проблем. Есть, конечно, небольшой треск металлических деталей. Это именно капот вот так бежит вверх-вниз. Но в остальном как-то работает отменно. Без каких-либо нареканий и проблем. Сигнал. Естественно, повороты. Все это моргает. Все это прекрасно работает. Быстрый разворот также функционален. К сожалению, здесь у нас нет гидроусилителя руля, но то есть быстрый разворотик, который нам поможет легко и просто переехать туда, куда нам нужно. Одной рукой, тем не менее, все еще можно крутить руль, естественно, не очень удобно, но можно. Как видим, все четко переключается, никаких дополнительных призвуков, никаких затруднений, ничего не нужно перевыжимать, дополнительно выжимать, все максимально четко, просто и легко. Трактор просто повернул на 90 градусов благодаря быстрому развороту сейчас. Поэтому надеюсь, что все будут рады его состоянию. Ну а соответственно, его новый хозяин будет радоваться долгие годы, потому что Kubota Saturn X20 его не подводит. И с удовольствием выполняет любые поставленные перед ним задачи. Вот такой тракторец. Сейчас будем его парковать. Kubota Saturn X20. Всего доброго.